Сейчас проходит специальная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. И мы, коллектив Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил России, поддерживаем наших военнослужащих. Защитники земли русской, наследники витязей Александра Невского, столетиями русские воины несли в своем сердце мощь духа российского воина. Мы уверены, что военнослужащие воздушно-космических сил восстановят мирную жизнь и достойно выполнят свой воинский долг. Служить России суждено тебе и мне.